Всем привет, ребята! Вы снова на канале Счастливый Кролик. И я все-таки не могу. Мне очень нравится этот режим в пиге строительства. Я чуть-чуть здесь посидел и понял, что мы можем делать очень красивые карты. Не просто обычные кубики, а именно красивые карты. И сейчас я попробую сделать именно такую карту. Маленькую, небольшую, конечно, но красивую, чтобы это напоминало именно наш мир. Вот, и я понял, что лучше строить на удаленном расстоянии с камерой. Намного быстрее можно эти квадратики латать. Вот сейчас я делаю базовую площадку, это моя травка. На этой травке я начинаю строить домик, видите? Я выбрал текстуру дерева и покрасил в желтый цвет это, чтобы оно более реалистично было, как дерево. Вот эти дырочки я ставлю для окошка. Сейчас ставлю вот эти блоки, но если чуть-чуть промахиваюсь, не забываем, удаляем, ставим. Удалять можно просто нажимать, если вы играете на компьютере, кнопочку 5, и оно сразу переходит в режим удаления. Потом мы все раз нажали и вернулись опять в режим строительства. Кнопочка 5. Вот так вот. Все, сейчас мы доделываем. Наши стеночки доделаем. Ой, как красиво получается. Теперь крыса. Я выбирал крысу. Из дерева тоже и красный цвет. Посильнее. Видите? Теперь я должен выбрать этот блок, который идет наискось, и поставить его. Чтобы как бы слив, водичка сливалась, а вот было. Видите, как красиво получается. Ой, как красиво. Все-таки очень реалистично. Молодцы разработчики, что придумали этот режим. Потом в дальнейшем я обязательно... Вот смотрите, как я вам угол показываю поставить. Вот видите? Это именно для углов. Вот мы его поставили. Ой, неправильно поставили. Надо было повернуть. Удалим. Поставим, развернем. На кнопочку R. Все, развернули. Все. Тютелька, прикольно легла. Теперь осталось только внутри крысы сделать. Вот сейчас мы ее заделаем так вот, так, чтобы нам дотик-то на голову не капал. А то стоит за домик и без крысы. Тогда это уже не домик, а просто стенки. Вот. Ну, очень-очень прикольный мне ритм этот нравится. Я, ребят, обязательно здесь построю очень крутую карту, в которую потом я вас всех пригласу, и мы поиграем, побегаем от пиги. Можем даже в прятки поиграть, во что угодно. Теперь осталось поставить стекла. Я уже вот два поставил. Вот, видите, вот здесь стекла, вот. Эти стекляточки. Разворачиваем его как нам надо. Вот, нажимаем поставить. Все, ставим стеклышки. И не должно думать. Все. Теперь не будет задувать. Все, мы сделали герметично. Нет, хотя ветер дует. А, дверь забыли, дверь забыли. Как же это так? Надо дверь поставить. Ну, давайте сюда поставим первую квестовую дверь тогда, которую мы будем использовать в квесте. Допустим, это будет зеленая дверь. Давайте вот ее поставим. Поставим все. Зеленая дверь с замочком. То есть, чтобы сюда зайти, надо будет найти сначала зеленый ключик. Все, дверь поставили. Двери находятся в Events. Мы уже знаем. Теперь заходим в Items. И находим там зеленый ключик. Давайте его просто за домик положим, так и все. Чтобы его сначала найти. Вот, значит, там мы найдем потом зеленый ключик и сможем этим зеленым ключиком открыть эту дверь. Теперь мы поставим чуть-чуть внутри что-нибудь, чтобы не было так пусто. Поставим этот столик. И можем туда сразу положить красный ключик от нашей следующей двери, который мы потом придумаем, куда поставить. Все, мы положили красный ключик. И что-то не хватает, что-то как-то... Давайте зайдемте в lights, свет, то есть, да? Зайдем в свет и поставим нам лампочки, чтобы было в этом доме светлее. А то у нас очень все темно как-то. Все, поставили одну. Надо еще, еще. Люблю больше. Много света люблю. Вот. Супер. Смотрите, как стало уютно. Сразу свет стал. Очень интересно. Но чего-то еще не хватает. Давайте зайдем в decoration. То есть декорации. И найдем... Найдем нас какой-нибудь диванчик такой или стульчик. Вот диванчик. Давайте вот этот диванчик. Ой, супер, смотрите, он какой большой. Развернем, прижмем его к стеночке и поставим. Вот, это уже начинает походить на именно домик. Стульчик, диванчик. Ну, сильно захламлять не будем, потом это все посмотрим. Теперь я решил отгородить, чтобы никто из ребят не свалился с этой карты, понимаете? И сама пиги не упала. Я выбрал фактуру из камня,
покрасил в такой серо-песочный цвет, чтобы он более натурально смотрелся, и решил выложить все. Давайте здесь поставим. А проход-то маленький получается за домиком. Ключик не возьмем, надо рассырить. А потом травки добавим. Сейчас мы рассырим, значит, здесь вот такой вот сделаем, как бы, закуточек. Вот, чтобы прикольно все было. Пойдемте дальше сейчас. Делаем, обведем всю карту вокруг этого. Там гиперрежим сейчас включился. Ну, сутью, конечно, ребят. Но это очень так удобно вот строить вот эти блоки. Вот когда вот так вот ты наводишь их, как бы вид на них, и просто ставишь. Вот. Сейчас я пойду травкой вот этот кусочек полозу, чтобы не слепнуться. Выбираем текстуру. Травка. Выбираем наш цвет. Это если вручную делать. Потом я вам расскажу, как можно с помощью пипеточки сразу выбрать цвет. То есть не надо уже мучиться. Выбираем сразу цвет и текстуру, просто нажав пипеточкой на это все. Сейчас поставим травку, чтобы не свалить, а потом я вам объясню. Все вот так вот. Вот неудобно вот так ставить как-то. Но ничего, главное поставим, да? Сейчас, за чуть-чуть осталось. Давайте закроем это травкой. Все. Дай, не сюда поставил. Что это такое-то? Ну, я просто учусь еще только один день. Ай, опять не сюда поставил. Все, сейчас, как бы тебе подкопаться-то надо. Вот, да, все, сейчас подкопаюсь. Так, 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 вот, вот. Все, ставим, супер, поставили. Так, теперь с помощью пипетки, видите, нажимаете, он сразу делает текстуру камня, как я вам говорил. Все, выбираете. Сразу он перестал текстуру с камня, с травы. То есть пипеточку вы наводите на любой материал, пипеточка на циферке 4. Наводите на любой материал, на дерево, на крышу или на тё, и он сразу берет ту текстуру и тот цвет, который использовался, куда вы навели пипеточкой. Все, я поставил второй вот этот ряд, чтобы точно никто не вас. Ребята, внимание, когда вы ставите дверь, вот я поставил дверь, это escape дверь, то есть дверь для, чтобы сбежать, на ней белый замочек. Если вы поставите другую дверь цветом, или вообще эту белую дверь не поставите, вы не сможете сбежать с карты. Теперь я ставлю красный замочек, который у нас ключик лежал там на столике. Вот я сделал такую будочку, и сюда поставлю этот красный замочек, чтобы мы смогли открыть. Опять же, я выбираю, ребят, пипеточку. Видите, нажал на крысу, и сразу все поменялось. Красное дерево, и сразу дерево, да. Теперь я делаю из этого дерева такую же крысу. Выбираю уголки, как и на другом дереве. Разворачиваю их, чтобы они заняли свое место. Красиво. И буду сейчас делать крысу. Ребят, не забудьте, как я говорил, дверь с белым замочком. Если вы не поставите на своей карте дверь с белым замочком, вы не сможете сбежать. Это будет бесконечная беготня по этой карте. И пиги вас, в конце концов, точно поймает, потому что вы устанете. Доделаем нашу крысу. Выбрали этот вот наклонистый такой вот этот блок. Сейчас мы сделаем все красиво, чтобы было красиво. Очень. И потом мы, наверное, в этом домике положим молоточек, чтобы раздолбать вот эти доски от нашей двери. Главной двери, с которой мы можем сбежать. Да, вот все доделали. Просто не ставить это вот так. Все, поставим. Теперь мы внутри поставим просто какой-нибудь вот блок такой вот. Ну, просто. Вот такой коричневый. И на него положим молоток. Все. Теперь нам надо будет взять там ключик, открыть эту дверьку, взять молоток, разбить досочки. А, забыл белый ключик. Вот, да, положу просто этот белый ключик вот сюда. А потом мы возьмем этот белый ключик. И все, и откроем. Смотри, теперь самое главное. Заходим в ивенты. Первая кнопочка вот эта. Много ребят задавали вопросы, как начать играть. Это вы пиги ставите. Видите, я выбрал пиги, будет появляться здесь. Первая кнопочка розоватого цвета в ивентах. Вторая вот эта кнопочка голубоватая. Это где появляются игроки. Не забывайте, ребят. Эти две кнопочки обязательно надо поставить. Или у вас игра не начнется. Это что-то мне не нравится, этот фиолетовый квадрат, короче. Я травку выберу, сейчас я поставлю, чтобы все уже красиво было, все как надо. Ай, так сердце не ставится, не ставится, не ставится. А, я затупил, надо блок выбрать травы. Все выбрал блок травы и назад возвращать. Ивент, кнопочка пиги.
А давайте ее тогда у двери поставим, чтобы она появлялась. Все. Все, мы делаем. Ребята, не забывайте сохранять. Все. Сейв, сохранить слоти. В первом, втором, третьем, смотря сколько у вас карт. И давайте начнем. Я выбираю бота. И посмотрим, как смотрится на эта карта. О, вау! Смотрите, все потемнело. И она еще более реалистично смотрится. Очень прикольно. Да, слушайте, это вообще классно. Как именно профессиональная какая-то карта. Маленькая, но очень красивая. Идем на зеленый ключик. Да, мы его оставили здесь. Теперь мы бежим. Бежим на этой зеленой дверке. Открываем, заходим внутрь. Все, вау, как здесь уютненько. Берем красный ключик. И выходим. Все, мы взяли. Вон на пиге там появилась. Видите, у двери, где мы ее поставили? Ну, ту кнопочку. Теперь она будет за нами охотиться. Ой, как прикольно, ребята. Я тащусь от этого резыма. Я хочу уже просто обалденную карту сделать. Теперь мы без дыма открываем красную дверь. Да, все работает. Супер, надо взять молоток. А подожди, пиги. А, я не продумал единственное. Мне надо было сделать какую-то лазейку, чтобы я мог разорвать дистанцию между Пиги и мной. Видите, она теперь будет по пятам ходить за мной. Потому что, вот, да, надо было вот эту лазейку сделать, знаете, чтобы она подбежала, я пролез, и она не смогла меня достать. И потом, пока она бы обходила какой-то этот объект, я бы смог вот эту дистанцию нарастить. Ну давайте я попробую вот этот по кругу пробегу, может она чуть-чуть отстанет, чтобы забежать и взять этот молоточек. Ну, взял. Эй, ты меня не съела! Я думал, она меня съест! Пиги, ты затупила! Пиги, ты вообще! Как ты могла так сделать? Все, так, доски сломал. Теперь мне осталось только взять белый этот ключ и финишная прямая. Давайте... Что ты не берешь это? Что это такое? Почему он не взял? Видите, опять надо эту дистанцию наращивать. Ну ничего, в следующей карте я обязательно сделаю лазейку, чтобы Пиги от меня отстала. Давайте все, сейчас точно возьмем? Возьмем? Не возьмем. Она притормозила. А что, ты меня не хочешь ударять, что ли? Я ты бота выбрал, это ты да-то не игрок. А нет, хотела, смотрите какая. Ай, надо еще кружок навернуть. Я как этот заяц в марафоне. Бегу. Все, теперь я точно этот белый ключ возьму. Белый берем, ключ берем. Да что ты не берешь, это я не понимаю. Что это, баку засунули на моей карте? А, все, взял, все. Все, теперь заходим в дверь скейп, открываем белый. Все, да, ребята, все. И нам писает, вы сбежали. Супер, я доволен. Вот это я вам показал маленький пример более реалистичной карты. В дальнейшем я сделаю все круче, конечно. Все более прикольно. И мы сможем с вами вместе поиграть. Теперь смотрите. Может, кто еще не знал, я узнал этот лайфхак только сегодня. Смотрите, пишем буковку. Не буковку, а черточку сначала. Потом буковку Э, все слитно. А потом пробел и дэнс пишем. И мы просто выбираем рандомный танец и начинаем танцевать. Очень прикольно. Все, ребята, всем пока, увидимся еще в новых историях. Я буду делать карты, и будет все супер. Всем всего хорошего, пока-пока, вы были на канале Счастливый Кролик, пока.